Мы сейчас подъезжаем к King of Prussia, или Prussia, как они говорят. Короче, король Пруссии. Смотрите, совсем трафика нету. Сейчас 12:06 дня. И вот такой вот трафик в 12 часов дня. На обед, когда едут люди. Короче, обеденный перерыв. Я просто не могу себе представить, чтобы в Ирландии был вот такой трафик. Это, наверное, когда... Нет, когда вот это... ураган. Помнишь, тогда пусто было на улицах? Вот единственный день, когда пусто было на улицах. Когда ураган был, все повыезжали, поуезжали или все дома сидели. Вот тогда вот так пусто было. Christmas night. Ну да, и в Christmas, да. Все дома сидят. Ну вот смотрите, вот такой трафик. В таком трафике можно ездить. Где-то по Оли, какой-то городок. Здесь куча всего было. Мы тут, он Петку. Мы только что были, прям какой-то шопинг-центр, куча всяких магазинов. Всего-всего. Смотрите, такой довольно большой город. Ну, городок, вернее. Паоли Village Shoppers. Какое красивое здание. Это Баба. Баба. Да, много всего. Видно, что куча всяких бизнесов, как везде. В Америке хорошо то, что если вы поедете в любой город, в любой, практически любой, там вы найдете практически все те же магазины сетевые, которые в любом другом городе есть. Home Depot, Walmart, Target, короче, всякие разные, Starbucks. Церковь старая, да? Всего всякое разное есть. И очень удобно, потому что если вы привыкли покупать какие-то продукты в, ну, или товары какие-то, то вероятнее всего вы и в других городах найдете такие же магазины с такими же продуктами. Большой довольно, да, городок? Йогурт. Тоже йогурт. Мы хотим в Target заехать. А он где-то King of Prussia, там как раз Target был. Ну что, это он. Мы хотели в эту King of Prussia поехать. Король Пруссии. Говорят, что хороший район, много всяких бизнесов, магазинов, работа есть. Но я слышала, что здесь дороже жизнь. Ну, дороже, потому что работа есть. Не, еще кому-то о хайвей, о рафеваном газе. Окей. Но нам еще 5 минут ехать. Закрыто, спрятано за деревьями. Я вот направо-налево посматриваю. На камеру не видно, но когда вот я смотрю, очень много дорог и ответвлений. И видно просто какие-то магазины там всякое разное. Всякие какие-то здания, квартиры, офисы какие-то. Море всего. И очень красиво. Мне немножко Калифорнию напоминает, потому что холмы вот эти, зелень. Здесь уже трафик есть, сейчас 12:30, наверное, люди на обед едут. Но видите, он не такой ужасный-ужасный, как вот, как у нас. Все-таки... After 1000 feet, keep right. Smash burger. Smart. Smash. Как это? Keep right. Панера Бред, Холидей Экспресс. Короче, все как везде. 2,58 бензин за галлон. Смотрите, довольно большой город. Городок, город. А мы здесь проезжали. Я вот этот Worthington видела, съезд с этого. Да, мы как раз должны были здесь съезжать.
смотрите, какой большой довольно город. Wegmans, это какой-то магазин продуктовый, типа Пабликса. King of Prussia в ту сторону. Westchester, или как он туда вперед. Ну, после Таргета поедем в эту Прашу. The next left onto Carnegie Boulevard. Очень чисто, очень все убрано, аккуратно подстрижена трава. Мне очень нравится. Мне очень-очень это нравится. Вот Target магазин, он везде есть. Он очень-очень много где есть. Я Таргет люблю, там всегда меньше народа, чем меньше, чем в Walmart. Он, Walmart, конечно, может быть и дешевле немножко, но... Правда? Но я Таргет люблю. Он довольно чистый, вернее, чистый магазин, и там много всего. Хочу показать вам быстренько, смотрите. Это пол первого. И ноль народа, нету народа. Пару людей. Идешь себе как нормально. Нормальный человек, без толкучек, без ничего. Смотрите, сколько всего. Ну, какая прелесть. Вообще народу очень мало. Очень-очень мало народу. Смотрите. Все сложено аккуратненько. Не перевернуто ничего. Мне надо полотенце. Смотрите, пусто, народу мало. Двое-трое человек. Все сложено, все аккуратненько. Смотрите, очень-очень мало народу. Вообще, все товары, все на месте. Покупаю все, что надо. Смотрите, пару человек буквально в магазине. Вот так я люблю ходить на шопинг. Мы въезжаем в King of Prussia. Смотрите, вот это написано, столб. Этот очень большой хайвей, не знаю, в 6 полос, 5-6 полос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть полос в эту сторону. Очень сейчас немножко трафик есть. Трафик есть сейчас без минуты час. Кто это? За нами кто-то. А, это скорая, скорая. Попросила, чтобы проехать. Блин, а как ее люди не пропустили? А, там какая-то авария, да, я вижу. Между прочим, мы вот разговаривали, и мы поняли, что мы не видели полицейских машин здесь. Вы видели только вот авария какая-то была, или что-то там случилось. И полиция была. А так... Ну, ладно, уже. Короче, нету полиции, малая говорит. Ну, раз нету, значит, она не нужна здесь. Это очень хороший знак, что нету полиции. А куда мы заехали? Ньюман Маркус. Ньюман Маркус. Нам ничего не надо. Слушай, сколько машин на парковке. Люди сейчас на шопинге. В обед в Ньюман Маркус. Это этот. Это мол какой-то, смотри. Ну ладно, выйдешь из... А слушай, нам мы хотели пойти что-то купить, нет? Это другое кино. Да, платье какое-то. Ну ладно, потом. Такой мол большой, значит большой город. Ньюман Маркус есть здесь. Он, это не дешевый магазин. А что здесь еще есть? Это Симон Мол называется. Мэйсис вот. Я читала, что King of Prussia — это хорошее довольно место, вон Costco. Здесь есть работа, здесь есть много бизнесов. Я думаю, неплохое место, правда? Piano Company.
feet, keep left. Pure imports, ага. Cooler. Какой-то cooler. Panera Bread. Все те же бизнесы, как и везде. Но вот этот мол очень большой. Old Navy, Cheese Factory там есть. Давай заедем покушать куда-то. Cheese Factory? Не, не в Cheese Factory не хочу. Там, не знаю, не хочу туда. Я хочу что-то такое филадельфийское, какую-то местную еду. Может, какой-то German food, ха? German food. What type fondue restaurant? Я уже 100 лет не ела немецкую, в ресторане не было немецкого. Где же немцы есть надо? Но я еще не голодна, я еще не хочу кушать. Потом немножко. Вон видела тахо, новый тахо, видишь? Уже, да, здесь... Здесь уже встречаются большие машины, дорогие машины. Вон BMW-шка перед нами, Range Rover. Потом мы видели Cayenne. Вот только что тахо видела, такую же, как у меня. BMW? А? Beamer. Да, перед нами BMW, да. Ну, у людей деньги, значит, есть. Но здесь бизнес, здесь работа есть. King of Prussia называется городок. Там была какая-то авария, как мы проезжали. Туда поехало много, немного, несколько пожарных. Вот еще одна едет. Что-то случилось. Большой город довольно, смотрите. 2.47, бензин уже дешевле. Да, пустой хайвей был, да, я, да. И трафик довольно хороший. Сейчас 1:05. Ну, посмотрите. Вот, Red Lobster, пожалуйста. Ресторан. Все как везде. Хотим поездить, посмотреть, как здесь. Немножко, недолго. Потом поедем дальше. Типично американские вот стиль дома. Ну, это старенькие домики, но какие аккуратненькие, да? Тут ходить на мейнгэнгс. Да, здесь это хорошее место. Оно, кстати, не очень недешевое. Это тот King of Prussia. Смотрите, аккуратненькие. Маленькие домики, старенькие, но они аккуратненькие. Заборчики аккуратненькие. Now turn right. Типичная Америка. Вот как в фильмах, да? Вот как с фильма. Правда? Yeah. Вот какой домик красивый. Очень во многих домах есть дек. Дек — это такая как бы балкон, веранда такая за домом. Можно там и гриль поставить, и столики, и лежаки. Короче, большая довольно площадь. Больше, чем балкон. Это как веранда большая, открытая. И ступеньки, с нее ступеньки в сад. Обычно. Здесь в домах очень часто подвалы есть. Поэтому это дома, это в два раза больше площадь за счет еще, ну, дополнительная площадь в подвале. Какие домики аккуратные, да? Слушай, как он нас ведет? Туда-сюда, какую-то маленькую мелкую улицу. А, ну правильно, мы сюда эту улицу и забили. Так, все, едем, забивай этот магазин свой. You have reached your destination. Ладно, давай немножко поедем. Давай немножко поедем вперед, немножко по этим маленьким улочкам. Буквально немножко. Возможно. Rent. Да, 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 рент. Так, куда на улицу? Ну, с дороги, мальчик. Сотой печь? I don't know. Он сказал печь? Он сказал. Ничего себе. Миргеш, вот вам, Миргеш. Что, мы не пустили его на дорогу проехать? Не, вот вам, Миргеш.
просторно, чисто. Смотрите, домики аккуратненькие, чистенькие. Они не новенькие, но они вполне ничего. Смотрите, как аккуратно, да? Вот это Америка. Вот это Америка. Вот это. Вот это такие домики. Давай заедем куда-то в сторону. Я I am open. Кертя вон, это пара человек. House for sale. For sale? This one, the small one? That's what I'm making. Oh, here, small one. Ну у них и двора нету там сзади, всего ничего. Нельзя сразу покупать дом, надо пожить хотя бы полгода, снять хотя бы на полгода. Потому что если не понравится, всегда можно уехать, а так купишь и застрянешь. Потом пока продашь, пока то все и... Ой, какой красивый дом впереди, смотри. Это тоже, да. Люди ухаживают за своими домами, за, смотрите, за огородиками, садиками. Опс, цветочки. Чисто, ухожено. И вот здесь рядом магазины, да, мол? Три минуты отсюда мол большой, правда? Yeah. И смотри, вот недалеко от мола, а какая тишина, да? Как здесь тихо и спокойно. Смотрите, какой домик. Не знаю, не видно, наверное, как ухожено, как чистенько. Вот это, гляньте, какая красота, да? Посмотри, как красиво. Да. Куда ты едешь? Прямо на ДБ? Это зовутся Вегевер. Ну ладно. Шарки. Да. Не змити питане. Ага. А так? Да. Ладно, ты за дорогой следи, хорошо? Какие дома. Очень близко здесь дома к домам стоят. Мне как-то не очень. Такой neighborhood. Ну, рентовать здесь можно, потому что очень близко все бизнесы, да? Там мол, там всякие магазины, потом, наверное, там рестораны, кинотеатры, всякое такое. Да, да. Говорит, поставил на около машины на улице вещи, никому не никто не сворует. Вот гараж хату, не знаю. Да, сзади гараж. Да, сзади гараж, да, сзади гараж, да. Они просто построили его, потому что в старых домах гаражей нету. Они... О, ты ж, такие, да, гараж, да, да. Learning Center, детский центр учебный, ну, как садик, детский сад. Pantry, food mart. Это вами private учёде, не знаю, что вам нужно. Это больница какой-то, ambulance. Большой довольно город. Смотрите, выехали буквально 20 секунд и уже жизнь, да? Здесь еще один Target, потом Starbucks, Michaels. Опять еще PetSmart, короче, куча всяких магазинов. Смотрите, здесь CVS, еще какие-то McDonald's, Bed Bath & Beyond. Короче, все магазины, как везде. Большие магазины, здесь есть что делать. Видимо, здесь жизнь есть. Вот это кладбище. Там кладбище на ту сторону. Смотри, какое большое-большое кладбище. Куда дальше идет вверх? Короче, в этом... И с видом на кладбище, да? Peppers, FedEx. Короче, все как везде. Но я думаю, что в таком городе и до Филадельфии где-то полчаса. Потому что здесь хайвей идет, и там можно быстро довольно доехать. И я думаю, что в таком городе можно, в таком месте можно жить. Нормально жить. Да, здесь много всего. А что за улица? The Cobb Pike. Декалп, пайк, фурнитур, мебельный магазин. Здесь есть жизнь, здесь есть что делать. Ну, жизнь, удобно жить, потому что все магазины, все, что надо. А на вот Red Lobster, ну мы там проезжали этот Red Lobster, нет? А на развлечение можно всегда поехать в полчаса к Филадельфии. Ну, в Филадельфию.
недалеко. Я думаю, что очень даже неплохо. И час где-то с копейками до Нью-Йорка по хайвею. Ну, где-то так. Может, полтора часа. Это не Home Depot впереди. Home Depot, нет? Burger King. 2,55 бензин уже здесь. Отель. Какой-то Inn. Hampton. Hampton Inn. Такой большой отель, смотри. Интересно, почему этот город называют King of Prussia? С чем это связано? Король Пруссии. BMW. Смотри, люди уже, машины уже более такие встречаются, да? Я думаю, что это Коллс, этот Коллер. State Farm, гребаный State Farm, не идите в этот State Farm. Ну, может, здесь он хороший, но во Флориде это туши свет, это галимый. Я еще такого плохого бизнеса не видела в жизни, как они. Единственный минус, который мне пока что вот я вижу, очень много проводов. Они не под землей, как в Нью-Йорке, а вот наверху, все наверху. Небо в полосочку, короче. Bloomingdale's. Bloomingdale's. А, ну это плаза, что мы приезжали. Это она. Она такая большая. Слушай, этот мол такой большой, да? Смотри, Blue Parking. Там еще какой-то паркинг. Ох, ничего себе. Steakhouse. Sullivan Steakhouse. Какой-то ирландский этот. Wells Fargo еще один. Там был Wells Fargo, здесь еще Wells Fargo. Mall Boulevard. Это Mall Boulevard. Очень легко, кстати, найти Мол Бульвар и сразу ты в мол приезжаешь, yeah. Да? Слушайте, пожар, горит дом. Смотрите, горит дом. Смотрите, горит дом. Какое-то здание горит, смотрите. Где оно горит? Вон горит пожар. Прикиньте, и там перекрыто все. Туда все ехали эти машины. О май гад. Это же дерево. Это какая-то проводка там. Какие-то провода, и оно там горит. Ё-моё. И куча машин, куча полицейских. Там, смотрите, вот машины там стоят, еще тут, там, на той стороне. Вау, все перекрыто. Смотрите, как оперативно все перекрыли. Такой небольшой пожар был, и столько машин было, и пожарных, и полицейских. Вот мы съехали буквально полминуты от главной дороги. Посмотрите, как здесь уже тихо и спокойно. Это полминуты от главной дороги. Какой-то парк большой, смотрите, огромный-огромный парк. Там какое-то озеро или что это там? Now turn right. Посмотрите, это полминуты от дороги. Я бы в таком городе жила, потому что тихо, спокойно и есть шумное место. Now, с бизнесами, right. Совсем месяц, 2 минуты отсюда, да? Yeah. Обалдеть. Мы где-то минуту назад были на этой большой дороге, свернули в сторону, посмотрите, какая красотень. Это минута от всего шума. Ну, может, уже 2 минуты, да? Смотрите, как красиво. Обалдеть, обалдеть. Домики такие симпатичные, очень большие дома, между прочим. Как все ухожено, как все чистенько, как красиво. Зелень и море. Очень мне нравится. Это Честер Каунти написано было. Какой-то неплохой нейборхуд. Какие холмы, да? Delaware County. А, мы уже в Delaware County заехали. Привет. Очень много этих. Смотрите, какие провода на улице. Все на улице. Немножко некрасиво. Prepare to turn left in half a mile. Вот это отель или университет? Нет, это какая-то корпорация. Смотрите, это какой-то бизнес здесь. Таких зелени весь, вокруг зелень.
прикольно. Еще вот и большой паркинг был. Это какой-то бизнес здесь. Corporate Center Radnor. In 1000 feet, turn left onto King of Prussia Road. Ну вот он закрыт был, да? Вот это закрыто было. De kedves az ember, aki mögöttem volt, miért? Adott hideg vizet annak a falinak, aki dolgozó. Говорит, машина, которая за нами была, водитель дал бутылку воды тому рабочему, что стоял на солнце. Мелочь, да? А какие люди приятные. Ой! Яй! Куда? Сюда. Здесь какие-то бизнесы, полно-полно всяких паркингов с машинами. Какие-то бизнесы. Но я читала, что здесь работы много, поэтому здесь дороже жить. Большой город, правда, большой город какой, да? Это какой-то отель здесь, где-то в Фарго. Еще один в Фарго. Говорю, большой город, довольно большой город. Деревня, я, это King of Prussia, деревня, я ее не назову. Посмотрим, какой трафик. Сейчас 1:44, и посмотрим, какой сейчас трафик здесь в такое время. Просто интересно. Немножко есть трафик, но такой очень слабенький, да? Нормальный трафик. Раз, два, четыре линии, на четыре линии совсем неплохо. Посмотрите, это трафик без 15:02.